Депутат Московской областной думы Дмитрий Голубков встретился с активистами Одинцовского отделения «Молодой гвардии Единой России». Ребята обсудили с парламентарием итоги работы организации в 2022 году и поделились планами на 2023. Дмитрий Голубков рассказал молодежи о своем карьерном пути и поблагодарил молодогвардейцев за продуктивную совместную работу. В прошлом году было проведено более 60 мероприятий и акций, в которых ребята были волонтерами, участвовали в сборе гуманитарных грузов, оказывали помощь жителям новых субъектов и мобилизованным военнослужащим.